У эфиры программа «Новины региона» у студии Катерина Городницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску. Глядите. Звычайно липень теплый, а жнивень со спякотой. Яким синоптики прогнозуют лето? Вид на город поводле гравюры початку 18-го стагоддзя. Мастацкие работы для упрыгоживания Могилева распашаліся. Кермаш «Беларусь православная», камерные хоры, свято колокольного звона, международный фестиваль «Могутный Божа» уже гэтыми выходными. А теперь подробязней. Больше 20 студентов 5 высшейших навучальных установ Могилевской области запрошены на баль выпускников у Минск. Ён пройдет с уделом керовника державы. Выдатники в учебу, пераможцы конкурсов и олимпиад, активисты. Для молодых людей это одна из самых яскравых и запоминальных подей. Наши корреспонденты погутарили с выпускниками перед их отъездом у столицу Беларуси. Едем на президентский бал только с позитивом и везем с собой позитив. Естественно, хотим получить только положительные эмоции, и, скорее всего, мы их и получим. А что нужно, чтобы попасть на этот бал? Ну, я президентский стипендиат и буду получать красный диплом. У меня свой собственный проект, электронная газета «Наша версия», которая в международном конкурсе студенческих изданий стала лучше не только в Беларуси, но и среди газет России, Украины. Более 50 научных публикаций, как-никак, вот за период обучения в университете. Но в любом случае президентский балл – это всегда приятно увидеть, не только себя показать, но и увидеть действительно креативную, талантливую молодежь со всей республики, познакомиться, обменяться контактами. Надо быть не только достойным представителем, но еще и красивыми. Что пошили? Не пошили, но купили платье красивое в пол, как у принцесс. Едем только с положительными эмоциями, ждем от этого бала много интересного и нового. Хотим услышать напутственное слово от главы государства. В целом, больше за 100 тонн супрацовники Могилевской мытни разом с милиционерами конфисковали одразу несколько партий садовины и ягод. 6 спробов незаконного увозу у Российскую Федерацию санкционных товаров припынили супрацовники Могилевской мытни и милиционеры. По словам правоохранников, пунктом призначения нескольких партий яблок и вишень агульной вагой больше за 100 тонн у накладных значился город Орша. Однако ехали машины у інший бок. Грузовики с контрабандой затримали на мяже с Российской Федерацией. В одном из автомобилей находились более 11 тонн вишни, направляющихся из Венгрии, а в 5 других 93 тонны польских яблок. При проведении проверки установлено, что товар перемещался по недействительным товарно-транспортным документам, в которых указаны несуществующие места разгрузки. Согласно законодательству, ягоды и фрукты общей оценочной стоимостью более 157 тысяч белорусских рублей изъяты. По данным фактам, сотрудниками Могилевской таможни начат административный процесс в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Конфискованная продукция, как товары, которые худко псуются, отправлена в продаж. Традиционную прямую телефонную линию для насельства в субботу 24 червня проведет старшиня Могилевского облвыканкама Владимир Доманевский. У гэты день с 9 до 12 годин можно будет звернуться до губернатора в области с хвалюющими питаниями. Номер телефона для совязи у Могилеве 50-18-69. Одночасово прямые телефонные линии пройдут во всех городских и районных выконавчих комитетах в области. Например, у Могилевским гарвыканкаме на совязь выйдет старшиня гарвыканкама Владимир Цумаров. Телефонуйте по номеру у Могилеве 25-84-42. А у Бобруйским гарвыканкаме на питание откажа его старшиня Александр Студня. Телефону Бобруйску, по яким вы можете задать свои питания и выказать за уваги, 76-21-41. У Могилеве каля ратуши на музейном будинку почали робить малюнок у стародавнем стиле, где будут герб Могилева и вид на город поводле гравюры початку 18-го стагоддзя. Автор проекту – могилевский мастак Рыгор Шараев. Таким чином мастацкие работы для упрыгоживания Могилева распачаліся. Вся надежда только на это – украсить. На улице Ленинской 5А Рыгор Шараю разом с коллегами распочиная працу. Яны переносят малюнки с кордону на стену. На творчий конкурс проставились десяток мастацких проектов, але перемогла эта идея. На тему старых мастеров, потому что очень много говорят о современном работнике. А когда процветал город, о тех работниках почему-то только в летописях и только краезнавцы, так сказать,
ведаюць. Гэта стары будынак, яму як мінімум болей за сотню гадоў. Тут пасля рамонту музей гісторыі Магілёва плануе зрабіць фондасховішча і магчыма адкрыць экспазіцыю. Пакуль жа гарадскія ўлады прынялі прапанову магіляўчаніна зрабіць малюнак на глухой сцяне гэтага дома і аплаціць фарбы і працу. Будуць арнаменты па бакам, потом будуць два работніка. І герб Магілёва. Герб Магілёва зацверджаны яшчэ ў 16 стагоддзі з постацямі майстроў. Дапоўніць вядомая выява «Град Могілев». Гэта гравюра, якая была змешчаная на тытульным аркушы кнігі «Жыццё святых». Кніга была выдадзеная ў 1702 годзе ў Магілёўскай брацкай друкарні друкаром Васілём Вашчэнкай. І гэтая выява з'яўляецца першай дакладна датаванай выявай Магілёва. Мяркуецца, што спатрэбіцца месяц, каб малюнак з'явіўся на гэтай сцяне. Ілона Іванова, Юрый Валасцоў, навіны рэгіёна. Кірмаш «Беларусь праваслаўная» распачнецца ў Магілёве 24 чэрвеня на пляцоўцы побач з дыягнастычным цэнтрам. Ён стане свайго роду прадмовай міжнароднага фестывалю «Магутны Божа», які пройдзе з 25 чэрвеня па 2 ліпеня. Свой удзел на гэты момант пацвердзілі 17 краін. Геаграфія ад Нігерыі і ЗША да Ізраілю і Сербіі. Міжнародны фестываль духовнай музыкі распачнецца 25 чэрвеня ў касцёле Святога Станіслава сумесным канцэртам камернага хора з Рыгі і Магілёўскай гарадской капэлы. А з 26 чэрвеня па 2 ліпеня на плошчы Зорак будзе працаваць маладзёжная хрысціянская пляцоўка, дзе выступяць і камерныя хоры, і сучасныя музыканты. 22 фестываль не адмаўляе і конкурсную праграму. 26 калектываў, каля 500 чалавек, возьмуць удзел у конкурсных праслухоўваннях. Як паведамілі ў аддзеле культуры гарвы Канкама, гала-канцэрт прызначаны на 27 чэрвеня на стадыёне «Спартак». Свята калакульнага звона зладзіць 28 чэрвеня, а 29 для магілёўчан і гасцей горада падрыхтавалі прыемны сюрпрыз. Приезжает хор имени Пятницкого. Дает. Конечно, это легендарный, мы понимаем, российский коллектив, который расписаны гастроли на многие пятилетки вперед, будем так говорить. Но и вот, наконец-то, как бы и график совпал с нашим, они примут участие в данном концерте. І ў выхадныя дні надвор'я чакаецца спрыяльна, на Магілёўшыні чакаецца цёпла, у паўднёвых раёнах да 26-28 градусаў, але з кароткачасовымі дажджамі. Звычайна сярэдняя тэмпература чэрвеня на Магілёўшыні 18-23 градусы цяпла. Але сёлета чэрвень не заўсёды радуе летняй цеплынёй. Нават з улікам таго, што глабальнае пацяпленне адбілася і на нашым клімаце. Ад 1989 года сярэдняя тэмпература паветра ў вобласці павялічылася на 1,1 градуса. Між тым ліпень чакаецца цёплы, жнівень са спякотай і недахопам ападкаў. Пры гэтым трэба памятаць, што доўгатэрміновыя прагнозы спраўджваюцца толькі на 65-70%. Пра летняе надвор'е на Магілёўшыні яго ўплыў на жыццё людзей расказаў у інтэрв'ю начальнік Магілёўскага абласнога цэнтра па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мікалай Костусеў. Мы ожидаем все-таки на конец декады, 3 июня месяца, повышение температуры до 25-28 градусов по Магілёўскай области. Глядзіце поўнае інтэрв'ю Мікалая Костусева ў інфармацыйна-аналітычнай праграме «Днямі». Самая буйная гандлёвая ўстанова Магілёўшыны адзначыла 70-гадовы юбілей. У дзень нараджэння цэнтральны універмаг у сваіх вітрынах зрабіў незвычайную выставу. У ёй калектыў крамы імкнуўся прасачыць эвалюцыю тавараў, якія былі ў продажы з пачатку работы. У вітрынах адзенне, бытавая тэхніка, посуд, самы старэйшы экспанат – радыёла 1950 года, амаль равеснік ЦУМа. Прапануем убачыць на ўласныя вочы. І яшчэ больш цікавых навін на нашым сайце tvrmagilov.by, а я з вамі развітваюся, да сустрэчы ў эфіры.